наконец-таки он попал, надпись, типа, о, аплодисменты. Во, Леха, это вот реально поржать. Всем привет, с вами Эдгар. Сегодня у нас интересная заруба. Я не знал, что мы сегодня будем снимать. У нас сегодня очередная съемка, но не было сценария. В 12 часов дня я получил звонок, мой товарищ задал мне вопрос, а можешь ли ты с синей линии попасть в перекладину ворот? Я сказал, конечно же могу, потому что я это пробовал, я это делал, у меня это получилось. Он попросил, сними об этом ролик, об этом челлендж, будет интересно. После чего я набрал своему товарищу, с которым я познакомлю вас чуть-чуть попозже, и он предложил, говорит, давай сделаем посложнее. Мы поставим на ближнюю синюю ворота, сами уйдем на дальнюю синюю, будем бросать через ворота, и наша задача попасть в дальние ворота в перекладину. То есть траектория полета шайбы должна лететь через ворота и попасть в перекладину. Это будет крайне сложно, но интересно. Все самое интересное впереди. Погнали! Сегодня мне в помощь мой старый товарищ Саня Валов. Также он Вал. Здорово. Саня приехал не один, Саня приехал со своими шайбами. Нас сегодня двое, у меня только 19 шайб, и он красавчик, притаранил с собой шайбы. Немножко о Сане расскажу, это надо сделать. Давно с ним играли вместе. В этом сезоне Саня красавчик, не то что я ничего не делаю. Саня занял в любителе 2 в Санкт-Петербурге первое место за команду «Сириус». Правда, они играют в майках «Техкреп», я до сих пор не понимаю. Это старая банда, мы играли вместе. Пользуясь случаем, передаю привет шефу, ЖЖ, Снеговичку, нет, Снежку, кто там еще, Бандиту, вот, и Лехе тренеру. Ну, естественно, Леше Таю. Пацаны, вам привет, молодчики, красавцы. Вот, сегодня будет задача непростая, Саня предложил сам ее усложнить. Поэтому, Сань, работаем? Да. Ну что, короче, Саня, перебрасываем ворота, попадаем в перекладину. Может, попробуем сначала? Да что там пробовать? Сразу начнем. Я предлагаю, давай так, по 3 шайбочки. 3 броска ты, 3 броска я. Проигравший, ну, понятное дело, собирает шайбы и бежит один круг. Пойдет. Все честно, да, чтобы был какой-то интерес. Очень круто! Я проиграл. Саня, молодчик. Ну что, мои поздравления. На самом деле, просто, как я до этого объяснял, то, что Саня играет, поэтому у него больше игрового времени. И, конечно, ему было легче. Но все должно быть по-честному. Он начинал первым, поэтому у меня есть еще 3 запасных броска. Я постараюсь тоже попасть. Но если не попаду, я собираю шайбы и побежал кружок.
Спасибо ледовой арене «Озерки» за предоставленную возможность для съемок. Здесь приятно тренироваться. Большой выбор новой и БУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».